Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Украинский рэпер Потап 8 мая отмечает свой день рождения. В этом году артисту исполняется 39 лет. Одной из первых именинника поздравила его жена, певица Настя Каменских. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию Потапа, которую сопроводила нежной подписью. «Лёша, медвежонок, Мишка мой, самый любимый и родной мой человек. Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком. Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком. Ты гений. Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ты гений. Пусть твой талант и этот огонь внутри, магии, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда. Да что же я говорю, конечно, она не иссякнет потому, что ты есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви. С днем рождения, мой Лешенька, написала Настя. За все годы своей популярности внешность Потапа менялась. Однако, как отмечают поклонники, кардинальные перемены во внешнем виде рэпера произошли после свадьбы с Настей Каменских. Так, раньше Потап в основном носил широкие штаны и футболки. Кроме того, у рэпера был лишний вес. Однако после свадьбы с Каменских Потап начал активно заниматься спортом за компанию с женой. Фотографиями своих утренних пробежек и активностей пара часто делилась на своих страницах в Instagram. Более того, пара даже во время отдыха не забывает о занятиях спортом. Примечательно, что регулярные тренировки с Настей в скором времени принесли свои результаты, Потап избавился от лишних килограммов и пришел в отличную форму. Кроме того, помимо перемен в фигуре, у рэпера изменился и стиль в одежде. Теперь Потап часто появляется на публике в костюмах или стильных образах. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости.